Всем привет! Дали мне небольшой отпуск. Выбрался с семьей на Балхаш. Отдыхаем, плаваем, загораем. А сейчас вечер. Вот еду на ночную охоту. Хочу поплавать. Может быть, что-нибудь поснимать. Накачиваю лодочку. Что-то сегодня ветер такой прям, капец. Не знаю, что получится с этой рыбалкой. Красавец.
Ну, что сказать. Вылез. Гроза, ветер. Приятного мало что-то. Плавать в такую погоду. Волны по голове хлестают. Вон, глубина есть небольшая. Что-то все позаросло, прям травы много. Ну, пострелял, было приятно. Где-то прозрачность была, где-то нет. Хватит. Думаю, может быть, завтра еще приеду. Сегодня, в принципе, рыбку я видел. Пострелял кое-чего. Охотой доволен. Я думаю, на сегодня хватит. Всем пока!